Привет, друзья! Берем лопату и отправляемся в сад. У нас сегодня есть несколько дел. Нам надо засыпать снегом наши растения. Розочки будем засыпать. И те растения, которые черенки, зимующие в горшочках между грядьями. Их мы тоже засыплем снежком. У нас сегодня выпал снег. Буквально сантиметров 10-15 у нас есть. Этого достаточно для того, чтобы утеплить растения. Самый лучший утеплитель – это снег. Вперед, друзья! Вот посмотрите, друзья, мы сделали сугробы на розочках, сделали сугробики на малине, это кумберленд, а также карака блэк и те череночки малины, которые у нас укоренились, я их осенью посадила сюда и тоже укрыла снежком. Также под снежок пошла ежевика и ежемалина. Также в междугрядье находятся укорененные черенки в горшках. Мы их завалим тоже снежком. А вот что делать с голубикой? Смотрите, у меня какое большое открытое пространство. Оно продувается очень сильно. И я буду устанавливать палеты. Палеты домиком. Вот так вот. Как вот эти. Чтобы остановить ветерок. Буду защищать голубику. Не любит она вот таких продуваемых ветров. Зимних наших холодных. Обязательно защитите ее от ветра. И северные наши люди, у кого есть виноград, посмотрите, что я делаю. Я ложу мешки с сеном. Это сено из курятника. Старая подстилка. Вот они положены на землю и закрыты сверху укрывным материалом. Вот так вот виноградик закинут. Дальше будем тоже все это укрывать снежком. Когда снежка выпадет побольше, чтобы его хватило на все растения, мы будем укрывать винограды. У нас уже почти закат, но времени еще немного. Мы успеем с моим маленьким помощником укутать растения в снежок. Голубику еще закидаем снежком, установим палеты и отправимся греться домой. Всем удачи, пока!